Привет, это Реборн. Решил посмотреть старый ролик Мармока. Как обычно, отфильтровал по самым популярным. Выбрал у него видос «Молоко VR». Потому что мне многие люди говорили, то, что VR-ролики у него самые крутые, поэтому решил посмотреть именно по VR-чику. Давайте глянем. Уверен, будет офигенно, как обычно. Погнали. Сообщение для тех, кто не в курсе, что здесь происходит. Это Давай. Перезалив VR-выпуска под названием «Дойка». Перезалив, потому что YouTube кинул на прошлое видео ограничения по возрасту. Так, ну потому что дойка называется. Да, 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 эта хрень добралась и до нашего берега. Надеюсь. Да, это фигня везде, если честно, уже надоело. Этот перезалив не хапнет горе во второй раз. Ну а если это случится. Не, на самом деле, то, что он его перезалил, мне кажется, ролику пошло даже на пользу, потому что как бы 24 миллиона просмотров, один из самых популярных видосов на канале. Правильно сделал, что перезалил. Пицца, значит, такова его судьба. Приятного просмотра. Спасибо. Погнали. Привет всем пляжным алкашам. Какая сегодня замечательная погода. Самое время накидаться и утонуть в лягушатнике. Так что приступим. Давай. Оба. Нифига себе, я думал, сейчас уронит. Вот эта техника. Как будто молоко льет. Сейчас будет мой фирменный коктейль под названием «Удар с ноги по печени». Не надо, это будет больно. Так, мне тоже немного льда надо. В печень. Я горячий штуцер. Надо охладить свой пыл. Так, сюда надо вставить фирменную трубососочку. Что еще есть? Фрукты. Так. Фрукты, витамины, бухай. Как будто он насквозь прошел этот стакан. Человеку нужны, как и никому другому. Мне кажется, слишком мало коктейля. Ты там один фрукт положил. По-моему, это не коктейль, а салат. Так что с этим лучше не мелочиться. Так. Если даже ему придется жрать мой коктейль, а не пить. Да хватит там одни фрукты, реально. Ты как бы налил, кстати, то не коктейль, а просто только один какой-то напиток. Может, добавишь еще что-нибудь? Ингредиентов побольше, не? Вот, смотрите, какая красота пол... Ёб твою мать, штаны за 40 гривен. Чё такие дешевые? Коктейль почти готов. Опа. Нифига себе он. А я просто виртуоз своего дела. Неплохо на самом деле. Конечно. Часть вам, часть мне. Надо уметь себя поощрять. Дамы и господа, чуточку внимания сегодня Да никто на тебя не смотрит. Ты вообще кому готовишь, не понимаю. Там новый рекорд Гиннесса по открыванию содовой. Угу. Охренеть, типа, делал никакие даже телодвижения, может, это не надо делать. Я думал, там чик-чик-чик-чик, а он просто как это работает. Вот это было сложно, но я смог. Все бухла за счет заведения. Зачем ты выливаешь-то на пол? Они еще будут с пола вылизывать. Лови, братуха. На еще одну. У меня тут официантов нету, я тут один работаю. Так что ударить в голову содовое можно только в прямом смысле. Так содовое в голову вообще ударить не может. Ни в каких смыслах. Ну ладно, в прямом может. В переносном нет, там же нет алкоголя, это чё? Пляжная туса, правда. Я так и ждал, когда же он это сделает. Лошара. Твою мать. Да, бывает. Но ведь самое главное, что никто не пострадал, да? Да как бы пострадали, ты как бы содовую тут раскидывал людям в голову. А, нихера подобного. Это Даст 2, ребята. Я себе. Мы виртуальные террористы. Разве это Даст 2? Что-то не похож. Или я уже давно не играл. А, нет, все-таки надо, по-моему, оно, да. Здорово, мудила. Какой ты добрый. Так, а как закупиться? Стойте, пацаны, не умирайте. Там уже как бы один вон дохлый лежит. Я еще даже не закупился. Какой-то бомжатский пистолет, блин. Почему в левой руке? Неудобно. Подождите. Тут ништяк валяется. Я уже на... Да почему в левой руке? Я не понимаю, неудобно же. Здесь. А, блин, мармок же левша. Чисто. Заходим, заходим, гусята. Гусята? Так, бомбу. Нужно бомбу... Бомба у папы. Я плечу. Я... Так. Блин. Постоянно все убирать надо. Ну, как в реальной жизни. Да твою мать, да. Чё? Я порой не знаю, какой я, сука, террорист. Тут кто-то есть. Так. Я слышу шаги. Где ты? Это везде можно поставить бомбу, да? Чудило.
Во-во-во-во! Нифига себе, прикольно. Какого? Так упал. Ха, так перевернулся. ВП вдруг вылечило. Да, реально, как в реальной жизни. Даже отдача есть. Это мой первый нос кобля. Ну и где мои ваншоты, спрашиваете? Так. Ай-яй-яй. Вот вам гэнгста щит, ублюдки. Сколько у меня там жизни? Там жизни на руке, прикол. Нормально. Блин, патроны. Тут на R для перезарядки не нажмешь. Опа. Кто-то пестик потерял. С одним патроном. Надо же было его пустым потерять. Может, залетит лакишот? Стойте, секундочку. Так. У меня же для этого есть гранаты. Так, давай. Отойди, сейчас братан, попадет, нет, да? Гранату. Просто великолепно ты ее кинул. Было бы эпичнее, если бы он такой, вон тот чувак такой. И взорвался. Прости. Как мешок с говном. Нет, мне эта шляпа не нравится. Ну-ка, заценим поварской колпак. Сними очки, нифига не видно. О, кажется, мне идет. Блин, через эти очки нихера не видно. Да-да-да, я тоже. Они, ваша мать, из металла, что ли? Походу, так оно и есть. Так зачем они нужны, непонятно. Окей, давайте приступать к нашей работе. Let's go. Какая здоровая кнопка. Откуда тут появилась? Привет, говядина! Классные очки! Ну что, ты уже готова к нежности? Да? Так. Тогда приступим. Так. Ведерко. Интересно. Ведерко, ведерко обыкновенное. Есть молоко? Ну зачем ты спрашиваешь? Возьми за сиськи, потрогай, да? Да. И увидишь. А и я нащупаю и найду. А, вот оно. Зачем ты это бьёшь? Твое золото. Ты погляди на эти штуки. Он их просто выворачивает, бедный корова. Тебе не больно? Видишь, как будто приятно, смотря на кайфует. Прекрасно. Так. А то я люблю теребить твои эластичные соски. Чё с ней случилось, бедняга? Это всё моё. И жизнь прекрасна, когда есть молоко. А чё теперь молоко, ой, железное ведро? Прекрасно, когда есть молоко и короба, дающая его. Обожаю эти сосиски. А, ну-ка напои своего теленка молочком твоим. Господи, что происходит? Что такое? Это мое молоко, понятно? Соски в тиски. На. Вот это он их там пережимает. Их не надо выкручивать, чувак. Сука. Воу-воу-воу! Ой, ей не понравилось, походу. Тихо, тихо. Все, малышка, малышка. Ша-ша-ша, ша. Все хорошо. Везде мудаки, это нормально. На, особенно ты, да? Я буду аккуратно тебя доить. Это же мои кормилицы. Это мой хлеб, понимаешь, розочка? Так. Я за твое вымя человека грохну. Зачем? Оп, так. Так. О. Давайте в дальние постреляем. Дальняя, вон там. Ты чё? Промазал. Чё, не попал, что ли? Да как-то странно, пистолет держится. Поближе надо бы взять, наверное, как-то. Да ладно. Да что за хиромантия? Сейчас я прицелюсь нормально. Высоко. Да какого фига? Ну так, сучара, я в тебя попадаю теперь, а? Теперь я не промахиваюсь, да? На тебе, бля! Ой, охереть, какой я теперь меткий, да? Пиздец, стреляй! Где он взял миниган? Эх, как дедшот прямо! Эх! Мне кажется, дедшот стреляет так же, только с километра. Ладно, так. Пускай следующего клиента, чтобы они все в муках сдохли. В смысле, они тебе деньги приносят, а ты, блин, как-то к ним относишься странно. Добрый день, мы рады видеть вас так. В нашей замечательной автомастерской. Я не понимаю, зачем машина ездит на машине? Это как-то очень странно. Шкины ноздри, случай, конечно. Машинное рабство какое-то. Фу, блядь, ты что, бензобак насрал, что ли? Походу. Твою мать, на тебе новый фильтр, вали отсюда. Эту кастрюлю еще и покрасить надо. Окей. Но пускай будет зеленый. Цвет блевотины ей как раз подойдет. Ага. А, так, я капот не закрыл. Я думал, сначала так и останется, такой развод какой-то странный. О, и мыть не надо. И финальный штрих. Так, что это? На, можете забирать эту красавицу. Стоп,
Стоп. Я кое-что забыл. У нас же действует охрененная акция. Какая? При покраске кузова мы без лишних вопросов... Забираем ваши колеса? Без проблем. Спиздим ваши колеса. Я так и подумал. Это очень выгодно. А как она поедет без колес? Для нас. А на ваше мнение, нам насрать. Жиза. Вот, в принципе, и все. Забирай эту малышку. И не задавайте лишних вопросов. Я художник, я так вижу, я здесь главный. С вас... Он на него так смотрит, типа, чувак. Я колеса. Что ты сделал с моей тачкой? 2039 баксов. Всего ничего за спизженные колеса. Хорошей дороги. Ладно, не напрягайся, мудила, я подниму. Всего хорошего, заезжайте к нам еще. Да даже ездит, какого хрена. Его совсем ничего не смущает. Постоянным клиентом сым и глушитель. Зачем? Что вылупился? Тебе бы стоило мне зарплату поднять, я тут между прочим... Куда тебе еще поднимать? Ты, блин, сделал тачку, получил 2000 баксов, еще и колеса спер. Впрочем, жопой рискую. Колеса ему тырю. Все ради этой шарашкиной конторы. Че кружка тебе сделала? Так же и с тобой будет, если ты мне зарплату не поднимешь, понял? Окей. Мне, похоже, здесь надо что-то сделать. Не фурычит. По-моему, здесь чего-то не хватает. Я, короче, какой-то ключ нашел. И... какое же я безнадежное говно. О, дедуля! А что за игра? Чего ты там шастаешь? Помоги мне одолеть эту машину. Пока что она надо мной доминирует. Кажется, я нашел следы Джека Воробья. Хотя навряд ли это бутылка из-под рома. А из-под чего? Надо просто было загуглить. Чего орешь? Воу! Нифига себе, что в тебя бутылки ими кидается? Ты вроде кинул ее возле себя, а он тебя и кинул зачем-то в ответочку. Что это было? Эту штуку сюда надо было ставить? Да погоди! Я... Что, закидывает бутылками? Я не был готов, давай! Оп. А, сейчас, в принципе, тоже не был. Вот, сейчас кидай. Так. Давай. Лебедь грациозно. Снова обосрусь. Что ж такое? Оп. Может, надо поближе просто подойти? Да твою мать, это что, так сложно, что ли? Так. А? Меня въебало! Зачем? Ты кидай, куда ты эту хрень бросаешь? Так. Давай, родимая моя! О, наконец-то! Прикинь! Good job! Я поймал! Не с первой попытки! Лошара! Ух ты, сука, хуйня шайтана, я тебе лицо поломаю! Твою мать! Кидай нормально, пиздюк старый! Соберись уже! Так, о, наконец-то! Ну-ка, давай поставь уже! Чтобы я тебя еще раз уронил! Так. И дрить твою лампочку, неужели? О, стой! Изи! Подожди! А сковородка зачем? Какого... Это... Просто закидывает. Нахуя мне сковородка, педрила? Осуждаю. Эй, спасибо за просмотр. Ой, хорошо. Люди, народ, я пошел готовить для следующего выпуска небольшой сюрпризик. Ну, а на сегодня... Интересно, а что там за сюрпризик был? Нет, так все. Здесь был грёбаный Мармок и рубрика VR. Оставляйте свои комментарии. Пока. Это было, как обычно, мега офигенно, у меня аж от смеха голова заболела. Спасибо большое Мармоку. Надо почаще смотреть его старые ролики. Но будем смотреть, если будет много просмотров, так что все зависит именно от вас. Видос офигенный, лайкусики я уже поставил. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте проживать BBNC. Все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.